Что значит, что человек находится в слиянии с Творцом? Что это значит? Да, ну, что это означает? Человек слит с Творцом, это означает, что все его желания, все его мысли, они все полностью ради отдачи. Это не то, что я иду в синагогу и читаю псалмы целый день. Все определяется тем, с каким намерением ты идешь в синагогу. Если ты идешь в синагогу и читаешь там целый день псалмы для того, чтобы ночью пойти ограбить банк, то ты не совсем слит с Творцом. Но если твои намерения отдать ближнему, без всякой связи с самим собой, тогда ты слит с Творцом. И неважно, у тебя есть тело или у тебя нет тела, и ты сидишь в синагоге или не в синагоге, место ничего не определяет. Спасибо. Место называется желание.